Дамы и господа, с вами говорит наш бортпроводник кабинного экипажа. Меня зовут Анастасия. Сегодня мы выполняем рейс в Сочи. В течение рейса у нас будет заботиться кабинный экипаж в следующем составе. Анастасия, Елена, Ольга, Ольга. Ladies and gentlemen, this is your person speaking. My name is Anastasia. Today we are flying to Sochi. During this flight, you'll be attended by cabin crew members. Анастасия, Елена, Ольга, Ольга. А сейчас мы предлагаем вам ознакомиться с использованием аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. And now we'd like to give you some information about the safety equipment on board our aircraft. В случае аварийного покидания самолета, пользуйтесь выходами, расположенными в передней, средней и хвостовой частях самолета. In case of emergency evacuation, use the exits located on both sides of the front, middle and rear parts of the aircraft. Выходы обозначены световым табло «Выход». Светящаяся дорожка вдоль прохода укажет направление к выходам. On exits are marked to the next exit sign. The escape path light on the aisle is directed to the emergency exits. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Please take a moment to locate the exit nearest to you. Обращаем ваше внимание, что в случае эвакуации все ручной код необходимо оставить на борту самолета. Please keep in mind that in case of evacuation, all the luggage must be left on board. Ваша кислородная маска находится на панели над вами. Your oxygen mask is located in the unit above your head. В случае разгерметизации она выбрасывается автоматически. If necessary, it will drop down automatically. При появлении маски потяните ее на себя. Pull the mask towards you. Плотно прижмите маску к носу и рту, кислород будет поступать автоматически. Pull the mask over your mouth and nose and breathe normally. The use of all the safety equipment and exits on this aircraft. Please read it carefully. Дамы и господа, мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности.
sound in the flight mode. Switch off and store large electronic devices which cannot be quickly placed in the seat pocket in front of you. Store and secure your hand luggage at the step front of you or in the overhead compartment. Thank you.
выключения светового табло пристегните ремни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.